вывести в любое место. Потом это пока приедет амбулянс на эту гору. Да, он сюда не приедет просто. Сначала вывезти надо, ай. Слушай, что-то обратно нет. Да, да, обратно надо еще осторожнее. Так, друзья, закончили наблюдать за этой горой. В общем, здесь побывали. Очень красивое, кстати, место. Но должен сказать, как бы и не опасное, но если вот некоторые участки есть очень опасные, поэтому туда нежелательно ходить. К тому же на той стороне, я так понимаю, разбился человек. Я не знаю, сколько их там разбилось, но один точно, так понимаю, разбился, потому что фотография его стоит, крест стоит и надписи разные стоят. Притом, скорее всего, человек из Израиля, так как зовут его Давид, и написано на арабском, но стоит именно крест. В общем, неважно, что там как бы написано, но главное то, что очень опасно там пребывать. Я опять-таки повторюсь, что это на краю, где такие скалы, обрывы, и там как бы можно стоять, там даже стоишь, но когда ты там стоишь, там ветер дует, то есть такой сильный ветер, что тебя просто в секунду может сдуть, и ты даже не поймешь, как ты слетишь. Вот, и естественно, кроме ветра, еще вот эта штука, которую тоже просто можно на ней подскользнуться, и все, поэтому надо быть осторожным. Такие дела, мы же покидаем эту гору, слава богу, все нормально, все живы-здоровы, возвращаемся обратно. Вот с нее посмотрели места, посмотрели пейзажи, фотографировали, и реально очень красивое место. Просто сколько, около 2 часов сидели на ней, ходили, смотрели, даже просто не то, что ходили, чуть-чуть походили, посмотрели, естественно, но в основном просто сидели и смотрели, так как красивый обзор, красивые места и океан, бескрайний океан. Вот такие вещи. Сейчас будем потихонечку спускаться обратно. Я надеюсь, наши велосипеды там не утянули. Вот, тем более, что они не наши, а чужие. Кстати, я заметил, что когда вещь чужая, ты за нее почему-то больше переживаешь, чем ежели она своя. Вот, если бы они, допустим, были бы мои, абсолютно я бы не волновался. Но вот сейчас я почему-то подумал, стоят вещи. Очень здесь, кстати, на самом деле опасно. Вроде бы такой ровный спуск, притом подниматься было и то легче. Оно очень скользко. Вот. Такая красная горка у нас. С красивыми пейзажами. Как этот город, вон тот впереди, который? Эль-Медана, да, называется. Город. А мы здесь еще хотели на велосипеде подняться. Как бы мы здесь запарились, да. Да. Хорошо, нам этот мужик сказал, что не надо, нельзя туда идти на велосипедах, что полиция может поймать. Иначе реально пошли. Батарея я купил. Вот, к сожалению, купить новую камеру пока не могу. Батарею я купил всего лишь 20-25, кажется. 130, в общем, евро стоит. И купил новую зарядку батареи. Она сейчас закончится через 7 минут. Ставить для продолжения съемок. Находимся на острове Тенерифа. Это у нас Канарские острова. Вот, и спускаемся с Красной горы. С так называемой Красной горы. Она красная, потому что сверху такой красный. Вот такой вот. И еще более даже такой. Рыжий, как бы такой бордовый, красный такой оттенок у нее. И когда здесь закат и восходы есть, то есть на закате она вообще красная, они выглядят очень красиво. Особенно если смотреть с той стороны, там город. Я не
помню, как этот город, Лос-Бригадас, кажется, назывался. Лос-Абригас. Лос-Абригас, да. Лос-Абригас. В общем, в этом Абригасе, вот оттуда, когда смотришь, очень красиво выглядит. Еще у них Лос-Бригадас нет такого интересного города, где бригады местные, да? Лос-Бригада. Может быть, там португальский О-Бригадо, О-Бригадо. Спускаться лучше на ступнях, на каблуках, потому что руки будут плеваться. Да? Вот это съезд такого. Ага. Нет, в таком случае надо специальные шипы такие. Каблуки, каблуки там что, один шип, да? А если спецботинки, как будто эти буты, как они называются? Бутсы. Ой. Не, на самом деле. Да я и так. Куда еще сконцентрироваться? Зор. Не, она реально. Круто, пьян. Так, давай-ка я лучше вот так сейчас буду идти. Подожди. Секунду. Я сейчас уклон сделаю вперед. Ты видишь, там какая-то вперед. Дорога вообще. Еще так, слушаю. Так, спокойно давай, все. Потому что здесь лететь желания у меня нет. Я и так здесь как пенсионер хожу. Да, снизу, кстати, намного удобнее было спускаться. Ой, подниматься. Тяжелее, но удобнее. А вот сейчас здесь нормально уже стало. Вроде бы. Так что, друзья, буду выключаться. Смотрите обзор ТВ. Двигаемся в Калифорнию, солнечную Калифорнию. Находимся в Испании. С Канарских островах.